Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Это актуально». Сегодня мы поговорим о социальной сфере, поговорим о большом празднике, который мы отмечали 9 мая, затронем проблемы ветеранов и также вопросы школ. И сегодня у нас в студии заместитель мэра по социальным вопросам Александр Усов. Здравствуйте, Александр Федорович. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо, что сегодня вы с нами у экранов ваших телевизоров. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Задавайте свои вопросы нашему гостю. Телефон в студии 580-700. Александр Федорович, начну с праздничных мероприятий, которые прошли в Северодвинске. Как мы отметили День Победы? Это был праздник с парадом или же были какие-то новые мероприятия или акции? Традиционно в городе прошли мероприятия 7, 8 и 9 числа. Это и торжественное собрание для горожан, для ветеранов наших в театре драмы. 8 числа ряд мероприятий в сквере ветеранов у Вечного огня и на мемориале на Воинском на острове Ягры. И, конечно, самые главные мероприятия 9 числа. Я думаю, что оценку должны здесь давать прежде всего наши ветераны. Все ли мы сделали для того, чтобы действительно этот праздник, самый главный праздник для нашего народа, он прошел достойно? Ну и у нас как раз есть мнение ветеранов об этом празднике. Давайте его послушаем. То ли началось просыпаться самосознание у людей, именно патриотическое, то ли подействовали события в Крыму, но такой демонстрации со времен Советского Союза я еще не видел. Вышло очень много народу, и что было примечательно, это было очень много молодежи. Но несмотря на погоду, пришло очень много народу, власти подготовились, и в этот раз скамейки были обернуты одеялами, и было сидеть не просто мягко, но и тепло, вот, несмотря на погоду. Так что ветераны очень довольны и очень рады вот этой демонстрации. В общем, все хорошо. Хорошо. Так и должно быть. Ну, сказать нужно о мэре. Он молодец. Он старается сделать много полезного как для жителей, так и для города. Ну вот такое мнение. Вообще для наших ветеранов в этот день были ли какие-то особые скидки, подарки, помощь? Или же все эти мероприятия прошли до Дня Победы? Об этом я, конечно же, скажу. Но вот сейчас прозвучало мнение Николая Васильевича, который с нами был в Крыму. Я думаю, что действительно для вот этого поколения это самый главный праздник. И мы должны были сделать абсолютно все для того, чтобы поддержать этих людей. Что касается нашего визита в Крым, то у меня вот впечатление создалось такое, что действительно не в Симферополе в самом, где мы прилетели куда на самолете, не только горожане полностью все вышли на улицы города, на площади, но и близлежащие буквально все поселки были в это время в Симферополе. Это чувство радости, чувство огромной уверенности в будущем. И действительно, люди все ликовали просто. Мы продолжили, в общем-то, мероприятия эти, возложив цветы к Вечному огню, пообщались даже немного и не только с ветеранами, но и с руководством Крыма. И мероприятие затем продолжили в Феодосии, где также проходили связанные именно с празднованием 9 мая. В частности, это мероприятие больше, может быть, для молодежи, не для ветеранов, по воздушным специальным, в общем, упражнением. Это, в частности, дельтапланеризм. Это люди смотрели, как взлетают воздушные шары, как самолеты летают. И очень многое было сделано именно руководством города Феодосии для того, чтобы действительно люди почувствовали праздник. Ну, Александр Федорович немного забежал вперед. Я напомню телезрителям, что Александр Федорович Усов в составе архангельской делегации 9 мая
провел в Крыму, в городе Симферополе, в городе Феодосии, побывал на праздничном параде и пообщался с мэром города-побратима. А я все-таки хочу вернуться к нашим мероприятиям в Северодвинске. Еще раз спрошу, были ли какие-то вот именно 9 мая ветеранам подарки, скидки, или же вот эти мероприятия, они проходят как-то до Дня Победы, то есть чествуют Дню ветеранов? Конечно, в канун Дня Победы участникам Великой Отечественной войны мы подготовили материальную помощь, которую получил каждый ветеран Великой Отечественной войны, блокадники. Значит, у нас в общей сложности в городе таких людей 2780 человек. К сожалению, все меньше остается непосредственно участников боевых действий. Это порядка 270 человек. Поддержали своих ветеранов также и предприятия судостроения, судоремонта в городе Северодвинске. Значит, для несовершеннолетних узников фашистских лагерей поддержка была в виде продовольственных наборов, общая стоимость которой составила порядка 62 тысяч рублей. Но это не означает, что мы только вот перед праздником что-то стремимся сделать для ветеранов. Конечно, эта работа, она постоянно проводится. Какая вот работа? То есть я знаю, что социальные такси, да, у нас есть для ветеранов, бесплатный проезд на автобусе. Какие еще льготы у нас существуют для этих ветеранов? У нас в целом действует в городе так называемая программа социальной поддержки населения, которая предусматривает в том числе и поддержку общественных организаций, которые работают с ветеранами, ну и кроме того, самих ветеранов. Так вот, я хочу сказать, что за 4 месяца нынешнего года поддержка эта в целом составила порядка 1,5 миллиона рублей. И, ну, например, для ветеранов Великой Отечественной войны по их заявкам сегодня комитетом ЖКХ, транспорта и связи проводятся косметические ремонты квартир. Кроме того, обязательно скидки на лекарственные препараты, которые оказывают наше предприятие «Муниципальное здоровье». В целом, также санаторий на дому я могу отметить, когда к ветеранам приходят не только врачи, но оказывается также и поддержка в виде продуктовых наборов, приходят помочь, по квартире убрать, ну и многие-многие другие мероприятия. Понятно. Ну, раз уж мы коснулись темы Крыма, спрошу, какие сейчас настроения у крымчан в связи с событиями на Украине, то есть вот как они сейчас живут, так как они были очень долгое время частью другой страны? Я думаю, что они в душе, наверное, всегда были россиянами. И вот то, что произошло, это действительно реальное волеизъявление народа Крыма, народов Крыма. Действительно, мы почувствовали огромное воодушевление, ликование, радость людей. И это невозможно подделать эти вещи, невозможно как-то срежиссировать или сыграть такую радость, которую крымчане проявили действительно во время этого праздника. Перейдем к другой теме. Завершается учебный год. С какими результатами мы подходим к каникулам? И можно ли подвести итог? Успешно, неуспешно? Как все прошло? Я хочу отметить, что у нас в этом году выпускников, конечно, будет несколько меньше, чем в прошлом. Это 989 учащихся 11 классов и около 1500 выпускников 9 классов. И сегодня претендует на получение аттестатов о среднем образовании с отличием 46 ребятишек. Мы надеемся, что все они действительно и получат в конечном итоге такие аттестаты. 24-25 мая планируется проведение последнего звонка и большого приема, традиционного приема, который проводит мэр города Северодвинска, значит, с выпускниками 11 классов, которые проявили выдающиеся способности. Я полагаю так, что у нас успехи будут не только в 11 классах, но также будут ребята, которые успешно закончат и 9 класс, и, может быть, выберут уже и после 9 класса путь в профессию. То есть пойдут учиться в техникум, колледж, который сегодня называется, и в наше профессиональное училище. Ну, у старшеклассников сейчас непростое время, наступает пора ЕГЭ. У нас какие-то нововведения в этом году ожидают ли ребят?
обучающихся по программе основного общего образования, это 9 классов, будет проводиться государственная итоговая аттестация. Выпускники обязательно должны сдать 2 экзамена, это по русскому языку и по математике, но остальные предметы, если есть желание, и сами ребята выбирают. Значит, пункты сдачи этих экзаменов в нескольких у нас школах, это 2-я, 19-я, 20-я, 21-я, 30-я, также кадетская школа и лицей-гимназия, Ягринская гимназия. Здесь в 9 классе ребята будут сдавать математику 31 мая, а русский язык 6 июня. Ну и по 11 классам, единый государственный экзамен в 11 классах, также это 2 основных предмета. Это русский язык и математика. Русский язык 29 мая, 5 июня математика. Ну, практически каких-то серьезных изменений по процедуре содержания единого государственного экзамена их нет. Длительность такая же, как в прошлом году. Особое внимание, конечно, будет обеспечению вопросов безопасности и предотвращению возможных нарушений. Если вспомнить, у нас в прошлом году, к сожалению, 2 ребят мы отстранили от экзаменов, потому что применяли технические средства. На всех пунктах проведения экзамена будет видеонаблюдение, и для того, чтобы проинформировать родителей и самих учащихся, сегодня открыта горячая линия в Управлении образования и в Министерстве образования Архангельской области. Я могу назвать телефоны, это горячая линия у нас в Управлении образования 58-45-75. И 20-08-55 Министерство образования и науки Архангельской области. В частности, надо помнить, что код Архангельский еще надо набрать. Вот такие подготовительные мероприятия. Сейчас, конечно, все школы готовятся к экзаменам. И я надеюсь, что действительно без замечаний все это успешно пройдет. То есть новшеств практически никаких, кроме вот видеокамер, не ожидается? Да, я бы так отметил, что во многом это как в прошлом году. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы Александру Федоровичу. Телефон 580-700. Летом также первоклашки у нас готовятся к поступлению в школу. И многие родители хотят отдать их в какую-то специализированную школу с каким-то уклоном. Угу. Какие у нас условия приема? Когда подавать заявление и кто имеет право поступить в ту или иную школу? Ну, я хочу отметить, что за каждой школой у нас закреплена определенная территория города. И прием заявлений от родителей первоклашек завершается 30 июня. То есть в ту школу, которая на данной территории. Но родители могут после 1 июля попроситься, так сказать, в другую какую-то школу. До момента заполнения свободных мест в этой школе приниматься будут заявления. Документы, которые должны предоставить родители, это заявление, оригинал свидетельства о рождении, либо документ, действительно подтверждающий то, что, ну, например, опекуны есть у ребенка, и, соответственно, они должны предоставить эти документы. И также свидетельство о регистрации на той территории, на которой школа данная закреплена. В приеме в школу отказать мы не можем. Вот по территории, ну, за исключением того, что значит, будет заполнен абсолютно классы, которые предусматриваются в данной школе для начальной школы. Никакого отбора специального в первые классы, как, может быть, когда-то иногда было, там, в гимназии, в лицей, у нас не проводится. И в школы, которые реализуют программы такого называемого повышенного уровня, отбор он может быть, но при этом только с 5 класса. Поэтому родители имеют право действительно в первую очередь обратиться в школу по территории по своей. Но если есть желание, в последующем можно еще и, значит, в школу, где они хотели бы, чтобы ребенок обучался. А как можно узнать территорию школы, за которой закреплен тот или иной дом? Я думаю, что проще всего зайти на сайт администрации Северодвинска, прямо набрать так в интернете администрации Северодвинска. Там есть у нас баннер школы Северодвинска и, соответственно, закрепленные территории как по самому городу, так и по острову Ягры можно определиться. Угу.
А как у нас город будет занимать школьников в период летних каникул? Организуются ли какие-то у нас выездные лагеря, школьные? И если да, то могут ли родители рассчитывать на помощь финансовую от властей? Ну, безусловно, это традиционное проведение летней оздоровительной кампании для детей и подростков. В этом году оно также будет организовано. Прежде всего, в Северодвинске действуют лагеря с дневным пребыванием при наших школах. Я назову эти школы. Это номер один прогимназия, оздоровительный лагерь для часто болеющих детей. Также в 13-й школе будет спортивно-оздоровительный лагерь. 19-я и 25-я школа, специализированные тоже лагеря для детей с ослабленным зрением. Что касается загородных стационарных лагерей в Архангельской области за ее пределами, то уже на сегодняшний день у нас более 3500 заявок в эти лагеря. География вот этого отдыха, она очень разнообразная, начиная с того, что Краснодарский край, Ростовская область, Ярославская, Вологодская, Воронежская области. Мы рассматриваем также и вопросы, связанные с организацией отдыха в Крыму, возможно. Кстати, здесь вот мы об этом говорили во время поездки в Феодосию. Там состоялись не только такие праздничные мероприятия, но и достаточно плодотворные рабочие встречи с управлением образования. Что касается поддержки по организации летнего отдыха, поддержки родителей из семей с низкими доходами. Ну, я бы сказал так, что в среднем эта поддержка составит из бюджетов разных уровней порядка 12 тысяч рублей на одну путевку. И для разных категорий, конечно, суммы разные. Общаться и обращаться надо по этим вопросам в управление образования, которое располагается у нас на Ломоносова 41А. Вот, конечно, в основном родители стремятся к тому, чтобы ребят вывести за пределы города. Я считаю, что это тоже правильно абсолютно, потому что больший эффект от оздоровления именно достигается, когда в загородных лагерях дети находятся. Но надо отдать должное, что у нас в лагерях с дневным пребыванием также работают специалисты, медики, и каждый год мы отмечаем высокий достаточный эффект оздоровительный в этих лагерях. У нас есть вопрос от телезрителя. Давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Я, да? Да. А скажите, пожалуйста, будут пенсионеров возить 4 дня на 101-м автобусе? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я понимаю, так это дачные маршруты. Вот, у нас действительно единственный, пожалуй, в области, мы договорились с перевозчиками, с нашими, о том, чтобы оказывать, значит, поддержку ветеранам наших по проезду к месту нахождения дачных участков. Что касается 101-го автобуса, я сразу, наверное, не смогу ответить, да, но, скорее всего, этот автобус также попал, это дачный маршрут ведь у нас. Да. Ну, вот, поэтому должны возить, да, 4 дня. Если что, узнать можно где-то. Да, давайте мы этот вопрос уточним. Я предлагаю, в принципе, завтра можно связаться с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, либо с нашим управлением социального развития, опеки и попечительства, и подскажут. Вот. Телефоны, я думаю, что найдете. Александр Федорович, еще есть ли информация у нас по учреждениям дополнительного образования? Как они провели этот год? У нас кружков стало меньше или наоборот у нас как-то расширяется эта сфера? Ну, это особая, наверное, гордость в Северодвинске, потому что у нас получается иногда так, что мы отчитываемся, что у нас детей, занимающихся в различных кружках, секциях, творческих объединениях, получается больше, чем общее количество вообще детей, школьников. Почему так? Дети иногда занимаются не в одном объединении, поэтому учитываем мы действительно количество занимающихся в этих объединениях. Не снижается с каждым годом, а наоборот увеличивается количество ребят, которые в этих творческих объединениях занимаются. И это правильно, потому что сегодня очень важно, чтобы у каждого ребенка было занятие по душе.
Он иногда действительно попробует что-то одно, может быть, спортивное какое-то увлечение есть, художественное. Не всегда это сразу, в общем, находит отклик у него в душе. И есть возможность действительно сделать выбор в пользу чего-то другого для ребенка. Поэтому я думаю, что никаких проблем с тем, чтобы обратиться в детско-юношеский центр наш, в спортивные школы, которых в Северодвинске две, но на самом деле я бы сказал, что, наверное, вторая школа наша, на сегодня это уже три спортивные школы целых. Также другие объединения патриотической, например, направленности и... Действительно, ребята тогда будут у нас заняты, это снижает напряженность в городе в целом, меньше, в общем-то, желания, наверное, заняться чем-то плохим, и в том числе в летний период у нас действительно вот специально для этого создан лагерь труда и отдыха, где ребята не только имеют возможность отдохнуть, поиграть, но и заработать деньги. Ну, летом будет время подумать, в какой кружок поступить, чем заняться в новом учебном году. Александр Федорович, спасибо большое за беседу, что нашли время ответить на вопросы. Наше время в эфире подошло к концу. Уважаемые телезрители, всем спасибо за внимание. Всего доброго.